Я уже предупреждал всех, что накануне визита президента здесь работают люди. Спокойно работают с врачами, младшим, средним, старшим персоналом. В Министерстве здравоохранения работают специальными методами, и они мне докладывают возмущение людей. Даже врачей и медсестер здесь. Ну, разве это порядок, что по 2-3 месяца люди стоят в очереди, и прозрачности очереди нет, в то время как Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь была и везде прозрачной. У нас операционный день начинается с 9 часов, это жестко, я сам контролирую. 100 операций в день. Операционные в 3 смены работают. Это информация людей, неплохих людей и врачей отсюда. И со стороны людей есть жалобы. Поэтому мы должны проверить. Проверим. Я привык к докладам чиновников и рапортам, а потом оказывается совершенно по-другому. Я с вами согласен. И я абсолютно не верю, что здесь нет проблем.